Добрый день. Здравствуйте. Я предлагаю подождать еще пару минут, если кто-нибудь к нам присоединится. Так, а если нет, то тогда начнем просто. Все равно там люди хотели посмотреть записи, поэтому думаю, что без проблем. Да, думаю, можем начинать. Сейчас сделаю демонстрацию экрана. Так. Все, видно ли? Видно. Отлично. Вот. Так. Значит, уже знакомая вам схемка. Да, если помните, раньше вот в этом углу, вот в этом, зияла такая большая дыра. Да, вот здесь было название, это вот аорист и знаки вопроса. Вот, теперь, собственно, здесь все заполнилось. В общем и целом, что такое аорист? Да, это еще одна категория прошедшего времени. В принципе, можно сказать, что аорист – это недавнее прошедшее, но очень часто это просто прошедшее время. Основа аориста, она очень похожа на основу настоящего времени. Там тоже есть классы,
Да, то есть это разные суффиксы или их отсутствие. Но классов не 10, классов 7. Они точно так же делятся на тематические и атематические. Да, тематические, где в суффиксе есть а, атематические, где ее нет. Также от основы аориста можно образовать, ну, три условно производные. Это аорист, который образуется по аналогии с имперфектом, то есть аугмент, вторичное, личное. Инъюктив, который образуется, ну, фактически по аналогии с императивом и тоже несет в себе эту императивную функцию. И прикатив, который без аугмента, точно так же, как инъюктив, прибавляется какой-то дополнительный суффикс, да, то есть если в оптативе это суффиксы «и», «я», то в прикативе это суффиксы «и», «яс», да, то есть тоже очень похоже. И тоже вторичное личное окончание. То есть фактически основа аориста, она образует, ну, вот, можно сказать, свою группу вот этих вот сущностей, да, ну, за исключением только настоящего времени, да, потому что аорист – это уже прошедшее. То есть мы вот основы образуем условно просто прошедшее, императив в прошедшем времени и оптатив в прошедшем времени. Аорист в классическом санскрите форма редкая, но, например, в ведах, если будете работать, встречается часто очень. Так, и здесь он в этой табличке помещен достаточно низко. Да, то есть над ним там глагольный корень, интенсив, каузатив, дезидератив, потом аорист. Да? Но аорист сам по себе редкая форма. Чтобы это был аорист от производной основы, это нужно очень-очень поискать. То есть такого практически не бывает. Можно даже эти случаи особо не рассматривать. Там, не знаю, какой-нибудь дезидеративный аорист – это что-то из разряда фантастики. Язык это может сделать, но встречаться это вам не будет. То есть, скорее всего, вам будут просто встречаться аористы, образованные от чистого корня. Да, тогда, соответственно, у каждого корня есть набор классов аориста, который он образует. Да, там от первого до седьмого. Они точно так же указаны в приложении. Да, то есть вот этот столбик, сейчас, наверное, показатель вот здесь, вот, да, то есть вот аорист. Да, там корень акш, третий класс, пятый класс, там пятый, третий, четвертый, пятый. Вот, то есть просто корень, да, и вот у него здесь можно посмотреть просто справочную информацию о нем. Так. Но кроме того, если все-таки это производная основа, то пятый класс аориста обычно. То есть просто мы к основе производной прибавляем суффикс иш. И дальше вторичное личное окончание там, и аугмент. Получается самый обычный аорист. Да, то есть есть исключение. Если это каузатив с суффиксом пай, типа джня-пай, то там третий класс. Удвоение плюс суффикс а. Получается джи-джня-па-я. Ой, господи. Джи-джня-па. Просто джи-джня-па, там ай отваливается. Но это, опять же, такие частности, ну, вот, которые редко-редко встречаются, поэтому я думаю, что можем рассматривать просто. Вот у нас есть корни, они все, каждому из корней присвоено там некоторое количество классов, то есть некоторое количество суффиксов, с которым он может образовывать аорист, и с этим мы работаем. Углубляться в производные основы не вижу никакого смысла, вот, поэтому основа аориста. Так, сейчас я главление так уберу. Соответственно, вот они, 7 классов, да, вот в этой табличке в 15-й описаны. Тематические классы, они простые. Есть, соответственно, просто тематический класс, то есть просто мы к корню прибавляем суффикс «а». Да, там был «чхид», стал «чхида», был «кр», стал «кара». Может либо первую, либо слабую ступень затребовать, либо гуну. Соответственно, если это корень на носовой, это M2N2, то есть корни типа come, любить, ван, веять, тан, тянуть, вот такие вот.
они в гуне будут. Плюс еще некоторые корни на R, вот типа кр как раз. Но все остальные в слабой ступени, то есть как чхит. Да, получается, если в общем и целом берем, как если такую формулу краткую, берем корень просто в слабой ступени и прибавляем к нему суффикс а. Но есть два исключения. Да, это просто такие странные случаи, которые вот, ну просто так вот основа образуется. Он простой достаточно. Третий класс то же самое. Берем суффикс а, тоже прибавляем к корню, но плюс его удваиваем еще. Удвоение аориста была отдельная глава, мы ее не рассматривали специально, да, вот эта вот схема такая большая-большая с большим количеством исключений. Вот. Но, в принципе, удвоение аориста, оно не скажу, что сложное, там просто на каждый корень можно очень-очень много вариантов придумать. Да, то есть здесь нет таких каких-то комплексных сложных условий, просто здесь много-много вариантов обычно на один и тот же корень получается. И седьмой класс, он вообще простой. Просто берем корень слабой ступени и прибавляем суффикс «са». Был «рук», стал «рукша». Вот. С тематическими, в принципе, все очень просто и прозаично. Атематические. Первый класс – корневой. Да, берем корень, это уже готовая основа. В чем здесь проблема? Проблема здесь в том, что аорист присоединяет не совсем обычные вторичные личные окончания. И вот эта их не совсем обычность, она проявляется как раз вот в первом классе. То есть, в принципе, все остальные классы аориста, они нормально живут со вторичными личными окончаниями. А вот для первого класса аориста именно нужно было ввести дополнительные личные окончания, вот во вторичные. В принципе, окончания те же самые, да, только у них изменяется морфологическая позиция. То есть, например, ну, в обычных спряжениях никогда такого не бывает, что там, окончание «та» второго лица множественного числа, там, да, «вы», «придете», да, вот это вот, второе лицо множественное число, не бывает такого, чтобы оно ставило корень в гуну. В аористе это бывает. Вот, то есть, в принципе, исключения, они вот где-то вот здесь лежат. Да, просто какие-то случайные гуны. Здесь даже в ритхе может быть. Это первое лицо от манепады, единственного числа. То есть там «я пойду» от манепады. Вот. Ну, тоже свои много-много разных исключений, но в целом здесь... то здесь? Так. Ну, открытые корни и у R, там A1, вот такого вида, да, где... Ну, типа patch, так, pad, pad, да, где согласная, гласная, согласная. И гласная – это краткая. Вот, ну, там получается в ритхе. Да, то есть будет апари, анаи от ни, акари от кр. Да, то есть вот так. Гуна, там свой ряд случаев, слабая ступень тоже. Ну, думаю, когда будем делать задание, это просто будем с этим разбираться. Сейчас просто вот обозначаю, где что находится. Да, и вот эти вот исключения по окончаниям, они именно для первого класса актуальны. Все остальные аористы, в принципе, они используют самые обычные вторичные личные окончания. Четвертый класс. Здесь другая сложность. Мы берем глагольный корень, прибавляем к нему суффикс s. Проблема в том, что суффикс s присоединяет глагольные корни из первой, второй и третьей морфологической позиции. Кто-то оказывается в слабой ступени, кто-то в гуне, кто-то в ритхе. Вот. И поэтому здесь есть отдельная таблица, в которой вот это все определено. Для четвертого класса разница между серьезной, между парасмайпедой и атманепедой. Да, то есть, например, если берем А2, да, какой-нибудь корень дха, то в парасмайпеде
Он будет там адхаст, да, то есть вот это а долгое. В атманепаде в той же самой форме третье лицо единственное число, там будет суффикс та, и он будет адхита. Ну, то есть в слабой ступени. Нет, но, ну, адхиста, там с, да, адхиста. Вот. Ну, то же самое, там, например, в ряду R, да, если берем корень кр, в парасмайпаде третье лицо, единственное число, он акарт, в атманепаде он акрта, в слабой ступени. Вот, здесь разница в этом. О, господи. Он не акарт, конечно, а акарит. Я не совсем еще с ним освоился, чтобы так на этот сходу. Да-да-да. Второе, третье лицо парасмайпеды вставляется и долгое. Это что-то вроде сетности. И работает она примерно так же. Только там не и краткое, да, и долгое. Получается акарит. Вот перед этой т окончанием. Там, акарис. То же самое. Пятый класс тоже. Первая, вторая, третья. Слабая гуна в ритхе. И опять большая-большая таблица с распределением, что к чему относится. Вот. Так. И то же самое условие. И перед окончаниями S и T в парасмайпеде, то есть там ты пошел и он пошел. Да, вот перед второе, третье лицо, единственное число парасмайпеды, суффикс исчезает, вот этот иш в пятом классе, на его место опять и долгое встает. То есть основа, например, там от ду давиш, и мы нормально образуем там адавишам, адавишта, адавишус, но когда доходит до вот этого второго, третьего лица парасмайпеды, у нас будет адавис и адавит. То есть и долгое появляется на месте суффикса вот этого. Шестой класс, он фактически является совмещением четвертого и пятого. Он сиш, да, с от четвертого, иш от пятого. Здесь гораздо более простое условие распределения морфологических позиций. В гуне оказываются корни типа ряда М, типа гам, кам и так далее. Все остальное в ритхе. Вот, ну как, точнее, мы требуем от них в ритхе, а что дадут уже, ну там, ну то, что дадут, в общем. И то же самое, вот эта часть иш в нем, она отваливается перед этими окончаниями, перед с и т в парасмайпеде, второе и третье лицо, вот эти вторичные личные окончания, то есть основа там агаршиш, и точно так же там агаршишам, агаршишта, агаршисус, но при этом вот агаршит и агаршис. Ну, такая тоже странная особенность этих аористов. Вот. Дальше табличка с просто основа аориста корней исключений, которые не вписываются ни в один ряд, да, помните, их три штучки. Вот, ну, это просто как справочная информация. И, собственно, то, зачем нужно это все, производное от аориста. В 99% случаев вам будет встречаться именно обычный аорист. То есть просто аорист с аугментом и с вторичным личным окончанием. Он просто прошедшее время. Вот, чтобы, если его будете переводить, то просто вот там. Если это адат, вот эта форма, третье лицо, единственное число, то там он дал, там вы дали, они дали. Да, то есть... Есть оттенок недавнего прошедшего, но не всегда это срабатывает в переводе. Собственно, простой аорист образуется, опять же, между приставкой и
основой ауриста мы впихиваем аугмент А краткую и присоединяем вторичное личное окончание. Если мы работаем с первым классом, то помним, что со вторичными личными окончаниями, то есть мы не можем просто взять, вот так вот пойти в табличку 10 и просто вторичное личное окончание спокойно применить. Да, вот здесь есть вот эти вот странные случаи. И вот, который вот аорист первого класса, да, то есть это специальное окончание для него. Вот оно здесь выделено. То же самое здесь, здесь. Ну, здесь просто для аориста, конечно. Здесь. Вот. Так, теперь вещи более странные и редкие. Прикатив или бенедиктив. Это аорист и оптатив. Да, вот возьмите два значения, прошедшее время, и вот это вот следует сделать. Да, совместите, ну, получается что-то вроде, ну, не то, что следовало бы, то есть, ну, конечно, это немного похоже на вот эту систему английских conditional. Да, то есть это такой вот иногда третий conditional. Ах, следовало бы сделать, вот это, тогда бы что-то изменилось. Но в целом может быть и просто функция у него оптатива, да, то есть мы, например, сами говорим, да, то есть вряд ли кто-то скажет, а не можешь ты помыть посуду, да, мы используем на что-то очень похожее на прикатив, а не мог бы ты помыть посуду, да, мог, это прошедшее время, соответственно, ну, тут примерно та же самая ситуация. Да, а не мог бы, а следовало бы и так далее. В прикативе очень важно, в каком залоге мы его образуем. Если это парасмайпада, то это суффикс яс с а долгой. Если это атманепада, то это суффикс и или с, ну или иш, он тут еще иногда бывает в такой форме. Все они ставят вот эту свою как предшествующую морфему в первую морфологическую позицию. Здесь как бы ничего специфического нет. Здесь, конечно, нужно немного дополнить, потому что что я тут... Это... Да, здесь много классов на самом деле. Все образует. Вот. Собственно, у каждого корня есть вот этот свой класс аориста. У некоторых корней, например, может не быть первого класса, то есть они не могут образовывать корневой аорист. Но при этом, если это прикатив, то могут. Да, то есть это, если мы берем прикатив парасмайпады, то что бы перед нами ни было, мы просто его берем в качестве корневого аориста. Вот, то Иван, есть, как бы, да. Поясните, что такое прикатив и бенедиктив. Ну вот прикатив – это как раз оптатив в аористе, да? А не мог бы ты, следовало бы тебе. Ах, если бы. Хорошо, да. То вот так переводится. А бенедиктив? Это два названия одной и той же сущности. Они просто, вот есть два названия в литературе, и то, и другое употребляется. Вот. Соответственно, в парасмайпаде суффикс яс, у него есть такая особенность, он s свою меняет на t в третьем лице единственном числе. То есть у нас и без аугмента. Да, то есть если берем, например, от да давать, образуем основу на d яс. Да, если это корень a2, то есть у него вот это вот a долгая есть, она меняется на e, а может и не меняться. Да, то есть может быть, например, джняяс, может быть джнеяс. Да, и так, в принципе, возможно. Я выбрал такой вариант, более сложный, где вот А2 меняется на Э. Здесь вот это описание вот этой штучки. Соответственно, вот да, деяс, там деясам, деяс. Ну, тут С по санхи уберется, и деят. Вот. Это такая особенность у
этого суффикса, он S меняет на T. Вот именно вот в этой форме. То есть там будет D-яд, там хвар-яд и так далее. В принципе, окончания те же самые. Да, это просто такие вторичные личные окончания. Ну, используются окончания, характерные для аористо. То есть есть вот это вот окончание «ус», да, оно только в аористе, в третьем лице множественном числе. Вот, ну, собственно, здесь оно появляется тоже. Если мы говорим про прикатив от монепода, то он образуется не от первого класса, а от четвертого, то есть суффикс «s» от пятого, суффикс «ish» и от шестого, «sish», но очень редко. Вот, то есть, может, я выбрал здесь четвертый класс, наиболее часто встречается, что вот именно прикатив от монеподной образуется четвертого класса. Берем корень «да», берем суффикс «s», да, вот этот вот основа аориста, и берем суффикс «и» или «иш», собственно, прикатива. Получается это «диши» либо «дишиш». Суффикс принимает форму «иш» вот в, опять же в двух этих странных лицах, да, второе и третье лицо единственного числа. То есть так-то он «диши», да, вот «и» долгое, «диши я», там «диши вахи», «диши ястам», «диши махи», «дишира», но при этом «диши штхас», да, окончание здесь «тхас», вот это вот, и «диши шта», окончание «та». То есть это вот «с», она как бы появляется как будто из ниоткуда. Вот. В принципе, здесь каких-то таких существенных отличий нет. Единственное, что окончания используются уже не просто вторичные личные, а именно оптативные. Да, то есть, если бы это было просто вторичные личные, то было бы диши и плюс и. Но здесь все-таки диши я. Вот это вот я, это именно оптативное окончание, оно вот в других случаях не встречается, ну и здесь, в прикативе. Так, и индуктив. Это повелительное наклонение, но в прошедшем времени. Здесь я даже могу привести пример. Могу привести пример. Очень известный гимн 10.129, да, Насадия Сукта, который Асадасин. Не было ни сущего, ни несущего. Вот он. И вот у нас есть индуктив. Индуктив образуется очень просто. Возьмите, образуйте аорист такой, какой нужно. Вот по табличке, вот какие классы есть у этого корня. Да, образуйте аорист, вот как бы как надо. А потом просто выкиньте аугмент и оставьте вот его как был. Да, то есть индуктив – это просто фактически аорист без аугмента. И вот он, вочат, от корня уч. Ельзянькова приводит привод, кто здесь провозгласит. Но здесь это немного такое в жанре причитания. Кто бы сказал, откуда родилось это творение? Да, то есть это вот как такой возглас. Ах, кто бы сказал мне вот сейчас? Там, не знаю, кто бы уже наконец закончил перекладывать асфальт в Москве? Ну, такие вот. То есть, в принципе, это похоже на обычный императив, но в прошедшем времени похоже на прикатив, но имеет вот такое значение, ну да когда уже? То есть, вот не то, что следовало бы, а вот именно вот ну когда? Ну вот скажите уже, откуда оно родилось. То есть вот это спектр значений. В принципе, опять же, видите, вот, дам, дас, дат, дива, дитам, очень такие простенькие формы. Вот. Встречается часто. Вот встречается часто обычный аорист, например, в Ригведе.
встречается достаточно часто инъюнктив. Вот. Прикатив редкая, редкая форма. Очень. Так. Если в плане вот такого общего экскурса, все ли было понятно, есть ли какие-то вопросы? Мне кажется, как гораздо лучше будет уже перейти сейчас к заданиям и на них практиковаться. Я понимаю, что информации много за полчаса, но надеюсь, постепенно она будет как-то приходить в систему. Вот. В целом понятно. Еще одна форма глагола. Да, еще одна сложная форма глагола. Так, ну, Александр, давайте вот задание 17-е. Образуйте все возможные основы аориста и вот возьмем корень дха. Класть. Думаете, я на память их запомнил? Тоже мне нет, нет, я сейчас буду таблички открывать вам, то есть просто вот я буду управлять, вот, а вы как бы проговариваете просто те действия, которые нужно сделать, чтобы это... Ну, давайте. Значит, вот форма аориста, те, которые мы предыдущие три посмотрели, правильно? Вот там аорист, инъектив да. И вот этот бенедиктив. Нет, здесь, Даня, все возможные основы аориста. То есть здесь у нас речь пока просто про основы. Так. Ну, тогда таблица выше. Таблица выше, собственно, да. Да, вот это вот. Ну, конечно, да, нужно, первое, значит, нужно... определить класс корня. Да. Вот. Да. В приложении. Да, в приложении. Вот он. И вот они. Так, ну вот, он может в аористе принимать класс 1, 2, 3, 4, 5, да? То есть нам нужна основа, получается, этих 5 классов, да, образовать? Возвращаемся, да. Кто-то пять разных. Так. Угу. Давайте открою какое-нибудь место, где можно записывать будет. Вот. И можно начинать. Так. Вот это. Ну, можно по порядку, как они в таблице идут. Да. Да, там 2, 3, что там, 1, 4, 5, да. То есть тематически. А с первой 3, по пятую. Да. Вторая. Так, тут, у меня уже поздний вечер, я уже это не рассчитываю память. Как там этот корень? Он дах? Как он? Он дха. Вот он, дха. 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 А не видно вашего второго этого. Если вы открыли где-то так, эти помехи. Ага, я запустил частичную демонстрацию экрана. Так, давайте я сделаю ее просто. Экран. Видно теперь? Да. Так. Вот. Так, ну ничего мы видим, что... он в первую очередь. То есть он... Все, да, образуют формы. Там... Дха будет, получается, во втором. Дха. Здесь, собственно, выбор между первой и второй морфологической позицией. Теперь читаем примечание. Суффикс в виде 2а, да. Второй присоединяет корни рядов, а также хедры в виде остальные корни в виде 1а. Так, то есть мы первую морфологическую позицию... Да, первая морфологическая позиция для 2. Да, я вот уже не помню. Ну, 2, наверное, просто... Он с ноликом. Там будет нуль. Дха? Да, да. Ну, там... И А. Ну, получается. То есть Дх будет, и вот к нему добавляем А. Будет Дха в результате. Да. Так, вот это будет глагольная основа второго класса, да? Да, да. Давайте третий. Ну, то есть мы можем просто на нее там навесить, например, аугмент и получить вот так. Там, он дал. Да. Вот. Окончание аугмент. Вот. Но нам интересует сейчас только основа. Третье. Здесь нужно удвоение. Вот. Я кас не помню, что такое. Извините?
Я не помню, что такое вот этот час. Может образовываться Это также. это каузатив. Вот это вот каузатив, основа каузатива. Мы сейчас с ней не работаем. А здесь, собственно, вот наша формула. Так, нам, значит, нужно удвоение по А2. Вот, да. Нам нужна эта таблица. Ну, собственно, вот она. Помните, как с этой штукой работать? Сейчас, кстати, напомните, преобразование от корня основ по разным классам, оно никак на его смысл уже не влияет. Все снова, правильно? Да, да. Все семь основ аориста, они значат ровно одно и то же. Так, ДХ. У нас... так, П это префикс, да, он у нас не нулевой. Да, П не равно нулю. Да, потому что ДХ, да, он не равен. Что отходит в удвоительный слог? Какая согласная? Нам надо в эту таблицу, там придыхание, да? Еще, да, да, придыхание, да. Просто, я помню, просто придыхание отбрасываем. Что там? Д, потом этот чередующийся элемент. Угу. Да. Потом ДХ, чередующийся элемент, да, и все. Да, теперь на место чередующийся. Угу. Да, и у нас это ряд А2. Так, и у нас тут есть этот... Исключение. Да, в исключении. Так, сейчас мы... А, вот он, второй. Да, первый просто да, а второй дга. Это дга второй. Да. Это второй дга. А у нас первый дга. Это два амонима. Да. То есть он... Получается, в исключение не попадает, правильно? То есть нам нужно... Да, в исключение не попадает. По ветке Б. По ветке Б. И там еще. Здесь можете выбрать одну из двух форм. Либо с А краткой, либо с И долгой. В принципе, одно и то же будет. Ну, просто на ваш вкус. Давайте первый с А-краткой. Давайте. Так, и получается? В этом, вот во второй ветке, там, или это что значит? Здесь нужно одну из этих двоечек, которая вторая морфологическая позиция, заменить на первую. Да, да, и у меня, как всегда, моя внимательность с этими двоечками. Ну да, да, здесь просто или-или, здесь нет различия между ними. Так, сейчас, и выбор между ними двумя, это опять это примечание, да? Нет, здесь просто доступны вот эти все формы. Какую... Сейчас, а какую в чем разница захочешь? Между амперсандом и двойной чертой тогда? Я думаю, что двойная черта там какие-то исключения. Двойная черта – это или, но, если честно, я пока не очень представляю, как можно это или объяснить. То есть какой-то конкретной закономерности, будет ли там слабая ступень или гуна, я пока не нашел. То есть это просто как будто это все состоит из исключений. Поэтому, да, немного недоработанная схема, но поэтому, да, лучше думаю, что будет через А все-таки пойти. Да. Согласны мы через этим. Тогда будет да, и вот этот. А это вот тот чередующийся элемент, который, как он там, сложный, да, или как он там... Нет. Здесь все просто. Вот эта двоечка в степени, если это вот внутри записи этой, то это просто морфологическая позиция. То есть чередующийся элемент оказывается вот во второй морфологической позиции. Так, а сейчас у этого нолика во второй морфологической позиции там что? А долгая. А долгая. Значит, А долгая.
Да-да. Так, теперь нам нужно возвращаться в эту таблицу про аорист, правильно? Это еще не все же. Он был первый. Так, да, и теперь нам... Нам же сейчас третий класс мы делаем. Третий класс. Это же еще не все. Не все. А, да-да-да, точно. Там еще суффикс «а». Ну... А, то есть к этой основе мы добавляем суффикс «а», и они по санкам все равно да, да, «а» да. долго. Просто сливаются вместе. Угу. Хорошо. Давайте тогда сейчас первый класс, да? Что нам тут пишут? Не чередуется. Никаких оговорок по да, ДГ. Не, нет, да, про ДГ здесь никаких оговорок нет. Когда он такой останется, будет так, ДГ. Да, и... такой останется. ДГ с нулем. И в зависимости от окончания будет чередоваться. Там Вритхи, Слаба, Гуна. Ага. Тут уже смотря просто, что к нему мы присоединим дальше. Ага. Ну, как понятно. Второй класс основ настоящего времени. То есть тоже просто корень. А подождите, а во втором и третьем классе, получается, там уже чередующихся элементов не осталось, да? То есть там то, что мы более там уже мы, да, мы уже навешиваем суффикс. То есть если второй, третий, то есть чередование от окончаний начинает падать на суффикс «а», который не чередуется. Так, четвертый. Четвертый. Так, у нас здесь кто? Добавляется суффикс «с». Теперь надо понять «а2», и нужно понять его залог. Надо будет посмотреть. Залог тоже, да. Залог тоже здесь вот написан. Он, да, упхая пада. То есть и тот, и другой. Да, и парасмайпада, и атманепада. Так, ну смотрим на 2. Так, и тут опять тогда через двойную линию. Это и тот, и другой, там может быть. То есть обе формы возможно. Да, да. И там это исключение. Просто там в одних таблицах, я помню, что там то исключения были. Вот, а здесь у вас тогда это. Ну да, здесь. Так вот, наверное. А там везде тогда будет. Ну, здесь, да, да, вот все остальное, вот только здесь еще нужно. Вот. Остальное это, да, разграничение. Но если вариант, то тоже как бы... Я тут... понял, да. Ну, то есть это как бы и это, и плюс еще это может быть. Я понял. Не зря встретились, мы ошибки исправляем. Давайте, тогда что нам? А2, получается, что добавляем суффикс «с» и «а», и третья морфологическая позиция. Там длинная «а» будет, да? То есть «га-ши», «га-ши». Правильно? Ну, просто «га-с». Он еще он не церебрализируется. Может церебрализоваться потом, но это уже с окончаниями будет что-то. Так почему с тренером он церебрализовался? А здесь, здесь он, вот здесь он не церебрализован, а тут он церебрализуется уже потому, что перед ним стоит у, о, ау. Вот, здесь он... А, именно, да, какой-то? Да, 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 это вот 35-е правило. Ага. Газ просмайпадный, ну и атманепада. Хорошо. Да, хорошо, тогда мы его здесь церебрализовать не будем. Тогда он газ... Так, и у нас, так, у нас вторая и третья. А, фу, вторая и первая. Фу, такой же будет дгас и дг, и потом вот этот пустой символ и с. Правильно? То есть там же А2 уже пустой символ, а и а. Правильно? Да, пустой символ, но между двумя согласными этот вот нолик, он, у него же есть особенность, он превращается либо в и краткую, либо в и долгую. Это вот эта табличка маленькая. Ага.
Да. Ну там, да, поэтому да. Стхита, а не стхта. Или хита, а не хта. Вот. То есть вот они. Гита. Это вот эти вот ишки. Ну, все, вот. Да, хорошо. Да-да-да. Помню, да. Того? Так, ну будет тогда дгас, дгас и дхис. А и, наверное, он тоже там да. Серебризуется, да? Дхис, дгас, да, это атман и паднет, вот аналогично. А, ну и дхис, да, он серебризуется. Ну и пятый класс. Ага, ага, давайте, да. А, а эта страшная пятый. Запись означает, что если он, этот корень, открытый и ряда А2, то он меняет свой чередующийся элемент А2 на АИ, на дифтонг АИ. А это ноль или А2? А2, нолик, открытость, меняет, в общем, и открытое А2 меняется на АИ. Так, и чего у нас как раз открытый случай, да? Да. А, так, а, подождите, а если бы не был открытым, тогда бы это правило просто не срабатывало? А, тогда срабатывало бы просто в ритхе, ну просто ритхе. Третья морфологическая позиция. А если открыт, тогда срабатывается? А если открыто, еще вот происходит замена такая, трансформация. Из А2 мы как бы переходим вот в ритхи А2, стало в ритхи И. Ага. Да, давайте то есть порядка. Мы так перебрасываемся между рядами. То есть у нас есть Г, да, и нам нужно добавить суффикс ИЩ. И получается, если вот без этих скобочек, то у нас должно было быть бы ДГАИЩ. 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 А, ну давайте по порядку. Это вот так вот бы совместилось. То есть это было бы А, И, потом бы стало бы. Но что здесь происходит? У вас микрофон выключен. Так, у нас получается А2, и у нас открытый корень. Угу. Правильно, со звездочкой. Поэтому мы делаем не дгэш, делаем дгай. Дгай. Серебрализация. Дгай. Верно, есть. Дифтонг перед гласной. Во что превратится? Это именно? Именно. Надо именно открывать. Ну, он там, по-моему, вниз, да? Там нужно вниз смотреть. То есть он... А, ну, вот так вот. Да, я подскажу. Там он распадается на А долгую и полугласным соответствующим. Гаиш. Какие-то там, по-моему, первые правила именно. Гаиш. Так, сейчас А у нас длинная. То есть у нас Гай. Да, да. Сейчас, а и же у нас дифтонгом, а, или там после преобразования, а. Я что-то здесь упустил. У нас чего получится? Дай и ищ, правильно? Да, там двойная и. Да, там и будет после дифтонга. Угу. То есть это а и плюс и, да. И, да. И там правило это становится а ищ. Да, будет АИ. АИЩ. Ну, то же самое там ДАИЩ, СТХАИЩ и так далее. Вот в этом пятом классе. Ну, это такая странная штука вот именно для А2. Елена, давайте другой. Давайте какой-нибудь из вот этих. Ну, какой хотите. Кырчанд или Клиш? Без разницы. Можно Кыр.
Давайте карт. R1. Ну вот он, кар. Первый, второй, третий, четвертый. Так. Так, 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 так. Вот. Давайте начнем с тематических, а потом уже по тематическим. Так, тематически второй, да? Да. А вот здесь к примере кар, это не кар, кар. Да, это он. Наш пример. То есть, получается, гуна и... Да, да, он здесь вот среди исключений на R, которые гунируются. Да, да. Вот кара. Кара, да, получается. Ой, это в... Здесь вот. Третий класс. Опять удвоение. Можно. Если в корне перед чередующимся элементом стоит K, во что оно перейдет в удвоительном слоге? Помните? В корне. Ну, перфект от кр. Там первый звук. Вот чакара. Перфект откр. А, в че, к, в че. Да, к меняется на че, вот туда этим. Че и штрих. И вот, собственно, условия. Так. Так, ну это исключение. Исключение. Следующий. Исключение. Нет, нет, это открытые корни. А, то есть у нас есть P, звуки какие-то, и R. На этом корень оканчивается. А, ну это подходит нам. Да, это открытый корень. Угу. Соответственно, что куда расставляем? Получается P штрих I. Да, а, ну это P. Есть что у нас I. И P это K, R, второе. Вторая морфологическая позиция. Вторая кар. Да, да. Чикар получается. Чикар. И возвращаемся в основу ориста. Собственно, что остается по формуле? По этой. Так. А, ну, суффикс А добавлять. Да, еще суффикс А. Первое. Первый класс. Я думаю, что... Так, первый. Ну, здесь он так и остается. Да, просто корень. И четвертый, суффикс S, и вот они условия на R. Так. Они здесь такие просто, простые, кстати. А у нас это да. Парасмайба дали от манепета, нужно дать залог. То есть снова идем R1, смотрим. Ну, тоже упхайпада, тоже. И парасмайба дали от манепета. Ну, для парасмайпада это будет третье, это гридхирование, будет кар, а долгое, да, будет кар. Да. И суффикс S. Карс. Ну, там будет, конечно, карш. А для атманепады это будет... Один это вот так, как есть, да, кр? Крш, крш. Крш, да. Вот. Так. Ну, примерно вот как основы работают. Есть какое-то... Внимание.
Все ли было... Понятнее. Ну да, хорошо. Так, и теперь я думаю, что можно еще сделать одну точку. Давайте без корня тан можно. В принципе, вот тот же кр. Например. Александр, можете вот корень кр, вот этот вот в первый класс, обычный аорист самый, вот этот вот, аугмент, вторичное личное окончание, его проспрягать в первом, втором, третьем лице единственного числа обоих залогов. Давайте вы возьмете парасмайпаду, а Елена возьмет этот. Первое, второе лица, первое, второе лица. Первое, второе, третье. Да, то есть. Ну, в целом, вот вторичное личное окончание. Вот, ну, вот первые вот эти вот. Угу. Первые три. Так, еще раз. Первое лицо, единственное число. Да. Да. Первое лицо. Так. Сейчас, а звездочка еще раз напомните, что вот А звезда и А длинная означают? Это замена. Трансформация из А1 в А2. Из А1. Так. Ну, у нас первое лицо, единственное число, вот как бы нужно только в единственном числе установить. Ваше парасмайпеда. Ага, ну... Угу. Сейчас, ну, а же, да, будет А. Угу. Так, второй Акарми. Акарми. Здесь вот. Если. Почему-то два F рассматриваем. Почему не один F? Потому что вот этот вот обычный перфект, он фактически воспроизводит этот вот архетип словообразовательный имперфекта. Господи, дети. Имперфект. То есть у нас аугмент и вторичный личный. Потому что прошедшее время. Вот он выражает прошедшее время. А обычно первичные личные, они ответственны за настоящее время или за будущее. Да, то есть у нас просто нет вот этой формы, которая была бы аналогом, ну, обычного presence, то есть основа плюс первичное личное. Да, потому что мы уже, как бы, когда мы заходим в аорист, мы попадаем в прошедшее время. Поэтому здесь вторичное личное. Вторичное. Так, а еще раз напомните, а вот этот ИПФ, это разве не перфект? Или это какое-то этот, будущее? Это императив. Императив. А, я да. понял. А это вот специфическое хорошо. Окончание императива. Хорошо. Так, у нас я вот уже не помню интерпретацию этой таблицы. Здесь первые сначала исключения, да, идут? Это оптатив, да. Дальше, если... Здесь, конечно, сложно так выдумать, чтобы это было более-менее понятно. Если уже гунированная основа заканчивается на гласную, то М. А если не на гласный, то АМ окончание будет. То есть, конечно, сначала надо гунировать, потом уже смотреть. Так, гунировать. Хорошо, давайте гунировать. Что нам у нас КР. Если мы его гунируем, то получится КАР, правильно? Кар. И он у нас оканчивается не на окончание, поэтому будет карам. Да, карам. Ну и аугмент. Аугмент акарам. Акарам, да. Ага. Второе лицо. Второе лицо. Так, еще раз гунируем. Получается кар. Карс. Акарс. Если там дистрибуализации никакой нету. Акарс. Да, да, акарс. Ну, по санхе отваливается S, вот акар. В итоге форма в тексте. Да, да, да. Акар. Третье лицо. Так. Акарт. Да, акарт. Да. И то же самое, отвалится T. Да, да, да.
Вот. Елена, давайте атман эпаду. Так. Вот они вторичные, личные, атман эпада. И здесь у нас есть специальное окончание, вот это вот, для аориста первого класса. Вот оно как бы особым образом выделенное. Либо и, либо и. В целом, если оно и, то только после гласных. После а долгой в первую очередь. То есть, да, либо а краткой, либо а долгой. Вот если у нас а краткая или а долгая на конце, то и. Если не а краткая, не а долгая, то и. Просто. То есть получается... А здесь нужно гунировать? Здесь все непросто. Да, тут вот, собственно, описание этого окончания. И после а долгой, все остальное это и. Соответственно, открытые корни рядов и, у, р и корни а1 вида в, 1, с, последнее окончание видят 3 и. То есть третья морфологическая позиция. Например, грх, аграхи. Да, вот это вот. Получается кари, да. Кари. А аугмент? Акари. Угу. Акари. Акари, так. Я сделал. Следующий. Второе лицо. Все просто. Кртхас. Угу. Аугмент? Акртхас. Акртхас. И акрта. И третье лицо. Акрта. Акрта. Угу. Елена, можете образовать вот в случае с акари, да, дополнительно еще прикатив от этой формы. Да, то есть вот этот манепадный прикатив. Вот он прикатив. Вот этот манепад. Так, сейчас. Не акари, конечно, там должно быть. Да, другой класс. Да, он не образуется от первого. Давайте парасмайпанный прикатив. Вот, возьмем, например, ну, третье лицо. Да, вот. И от него прикатив. То есть берем аорист, основу аориста по первому классу, присоединяем с требованием слабой ступени суффикс яс и вторичные личные. Так, получается кр, так и будет кр, яс, кр, яс, и третье лицо, там окончание т, да? Да. Там и тут требует... Исключение. С меняется на Т. Вот здесь вот. В этом суффиксе. Да, вот именно в этой форме. Поэтому здесь будет крият. Крият. Третье лицо. Так. Александр. Атманеподный прикатив. Здесь нужен либо пятый, либо четвертый, либо шестой класс. У нас есть четвертый. Затем, да, присоединяется окончание суффикс и либо ищ, да, в некоторых формах. Тоже третье лицо единственного числа. Четвертый. Да.
То есть нам нужно взять... Можете одну из этих форм выбрать. Да, ну, крыш, например. А, крыш. Да, да, крыш. Атманепа, да. Крыш. Да, да, атманепа, да. Да, потом добавить суффикс. То есть его теперь нужно в первую морфологическую позицию поставить. Это... А, ну так будет крыш. Ну, первая морфологическая позиция, она упадет на суффикс «с». Да, наша непосредственно предшествующая морфема. Да, то есть от «с» на «э», на «кр», от «и» на «с» уже. Ну, он не чередуется, это просто согласно, да, поэтому... Да, да. И окончание. Вот, там. Почему вы «и» добавили? «Ищ». Ну, крыш, основа. Крыш да. Плюс S, правильно? Плюс S, плюс... Нет, это уже готовая основа четвертого класса. Теперь нужно образовать прикатив. Там суффикс и долго. Либо ish. Ага. Наш же корень кр. Если прибавим S от него, вот уже готовая основа. И. Ой, к нему добавляется просто и, правильно? А, ish или и... перед окончаниями 2, 3, singularis, plus. То есть в нашем случае и, да, скорее, 3. Второе, третье лицо единственного числа. Я просил образовать третье лицо единственного числа. Так, я так понял, что это перед окончаниями. Да, вот они как раз. Dishisht has нас... и dishisht. То есть у нас ish. Хорошо, у нас да, ищ. Второе... Да. Так, ну и окончание. Так, мы... так, еще раз. Мы третье, да, образуем? Третье лицо единственное число. Так. А. Правильно? Крыш. Да. Крышты. Крыши. Шта. Шта. Да, шта. Красное слово для тренировки церебральных? Да уж. Кры... Крышишта. Крышта. Ну да. Так. Ну, в принципе... Так. И интересно. Тоже была такая задачка у нас. Гимн тоже очень известный игроку. Игрока гимн 34. Тоже 10-я мандала Ригведы. Вот. И возникла тут проблема. И вот первая самая шлока. Ну там. Сома съела Мауджита Сия Бхакшо, как глоток сомы с горы Муджават. Випхидаква – это игральная кость, вот это вот название игральной кости. Она вот такая вот, ну не то что бодрствующая, джагрвира, она скорее такая бодрая, озорная. Вот, вот эта вот озорная кость, она мне, Ачхан, перевод показалась. Вот, вот это вот Ачхан в свете сегодняшних рассказов и работ нашей. Что бы вы могли с этим сделать? Предположить, что это вообще может быть такое? А это бодрствующее, да? Нет, тут бодрствующее это джагрвир. Показалось да. Мне. Это показалось слово. Вот. Сейчас будем вспоминать. Надо еще раз таблицу открывать.
Я не помню. Чхант, который из них. Ну, здесь... Это же аорист, да? Просто же, это же простой аорист, правильно? Это аорист, да. Ну, вот у нас есть аорист, вот есть личное окончание. Здесь смотрим, окончания N нету, здесь тоже нету. А может, это какой-нибудь этот там, этот вот именно, есть. Что оно там ам, а стало... Окончание, вот окончание N. Ага. Это две палки у Залезняка, тематический класс. То есть, если у нас тематический аорист, например, от уч, да, там, авочат, да, он сказал, а авочан будет, они сказали, да, то есть вот оно окончание. Ну, есть проблема, а долгая. Ну, может, это ам какой-нибудь, а там м изменился на н? Нет, нет, осталось бы м просто. Ну, существует же обычно там махьям, да, вот. Тут же м на конце. Вот. А здесь удвоение было? Удвоение, вот, а здесь всего два слога, да? Уже предположим, что это аорист. То есть у нас получается это аугмент. А, да? Угу, а удвоительного слога нет. Угу. Как бы вот это вообще ч между двумя гласными, она удваивается. Как бы ч-ч-ч-ч. Угу. Да, то есть ч там ч. Я тоже сидел над этим очень долго, пока делал, ну, просто, конечно, она же показала всем. Каз. Если у вас есть перевод какой-то примерно, и вы хотите просто узнать, что за корень, можно попытаться сделать вот так. Это корень чханд. Вот, и здесь он третьего, четвертого класса. Здесь такая нехорошая штука произошла. Вот с этим... На третий класс не тянет, потому что нет удвоения. Зато, ну, тогда по остаточному принципу это четвертый класс. Да, то есть ничего другого тут уже быть не может. То есть вот он, четвертый класс, да? То есть что у нас здесь случилось? Был корень. Вот этот чханд. К нему добавили S. Она показалась. И там это все во вритхе. То есть мы сразу предполагаем здесь вот это N. Да, третья морфологическая позиция. Чханд. Тут парасмайпада. А в парасмайпаде вторичное личное окончание это T. Получается, там вот такое слово. Mm-hmm. Аористы. А откуда дабл? Да, а откуда там это че-че? Там же ач-чхан. А, ну просто, опять же, между двумя гласными ч, оно становится ч-ч. Вот, а на самом деле это слово ачханадс. Но просто... для удобства произношения последние три гласные были убраны. Ты согласна? Ну, круто. Конечно, это нерегулярный случай, потому что в хорошем четвертом классе, который так не делает,
между S и T появляется и долгое, про которое я говорил. То есть, если бы это, как бы, если бы все было нормально, это было бы, ну, да, I can, да, eat. Вот. И, видимо, это и долгое, она начала добавляться, как раз чтобы не возникало таких вот случаев ужасных. Потому что по вот этой форме, да, не понять даже, что это. То есть не, это вообще как бы глагол или нет? Вопрос встает. Но, видимо, ради метра, ради попадения в ритм, брали до такого обрубочка. С аористы сказали. Вот. Есть ли вопросы какие-то? А вот этот сайт с гимнами Ригведа доступен? Можно его посмотреть? Да, конечно. Это параллельный корпус, который вот... Марцевич, я могу... Можно ссылку? Опубликован уже публично, что ли? Параллельный корпус, да. Ну, по крайней мере, вот я... Ну, если он не очень публичный, то, по крайней мере, у меня он есть, и теперь он немного публичнее, чем был до этого. Ладно, это... Ну, там, соответственно, Ригведа, Атхарваведа, Рамаяна, Махабхарата. Упанишады даже появились. Ух ты, господи. С санскритом даже. Иван, спасибо. Невероятно. У меня уже тут поздняя ночь, я уже тут вообще... Тогда благодарю за внимание, благодарю за работу. Большое спасибо, да. Интересно. Отлично. До свидания. Пишите там, что... Да, все. До свидания. Пока. Благодарю, спасибо.